Маяковка представила новый проект о редких и ценных изданиях «Особая книга». Он познакомит читателей с жемчужинами музея книг и библиотеки. Откроет цикл рассказ об издании Фауста Гёте с рисунками Лизенмайера. Книга вышла в свет в 1899 году. Подробнее о проекте смотрите в следующем репортаже. Увлекательный и загадочный мир книги. Каждое издание здесь представляет собой ценный экспонат, о котором можно рассказывать часами. В отделе редкой книги библиотеки имени Маяковского таких образцов издательского мастерства накопилось довольно много. Именно о них сотрудники будут рассказывать читателям в новом проекте «Особая книга». Цикл рассказов «Особая книга» объединит все удивительные истории о самых ярких изданиях из редкого фонда. Это о наиболее раннем из датированных изданий, об издании в необычном индивидуальном переплете и других книг из коллекции дореволюционных, современных, миниатюрных изданий. В первом ролике заведующая отделом редкого фонда Анна Агошкова рассказывает зрителю о книге «Фауст» Иоганна Гёте с рисунками Лизенмайера 1899 года издания. Она рассчитывалась на богатого покупателя, поэтому оформлению и качеству уделялось особое внимание. Совсем скоро выйдет второй выпуск проекта «Особая книга». Это книга Просперо Аквитанского «Опера», что в переводе с латинского означает «труды». И в этой книге собраны как бы все труды Просперо. Он упоминался в 429 году в письме к святому Августину, где характеризовался как человек, выдающийся своим красноречием, энергичностью и нравственностью. Эта книга в переплете из пергамена на латинском языке 1620 года издания. Первый выпуск проекта «Особая книга» уже можно посмотреть на канале библиотеки имени Маяковского в YouTube. Также за всеми обновлениями подписчики могут следить на странице в Instagram. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.